На каждой упаковке пиротехники, будь то простые бенгальские огни или крупные фейерверки с несколькими десятками залпов, прописана инструкция по применению и указан радиус опасной зоны. На последний пункт сотрудники пожарной охраны рекомендуют обратить особое внимание. Именно радиус опасной зоны позволит выбрать оптимальное место для запуска. Если там указан радиус опасной зоны 50 метров, то, соответственно, нужно выбрать такое место в городе для запуска этого фейерверка, который будет удалено от ближайших строений и домов, ну, на расстоянии 50 метров. Самому гражданину, который будет поджигать и запускать это пиротехническое изделие, необходимо покинуть радиус опасной зоны. Правильная установка салюта или фонтана перед запуском – залог того, что праздничное настроение не будет омрачено неприятными последствиями. Снаряды могут перевернуться и выстрелить не в воздух, а полететь в разные стороны, и горящие части фейерверка попадут в человека. Если вы устанавливаете какое-то большое пиротехническое изделие, нужно выбрать площадочку, утрамбовать место его установки снегом, чтобы исключить случай перевертывания данного изделия. Вот. Если это какие-то свечи, то нужно поглубже поставить его в сугроб и ровно вертикально вверх. На сегодняшний день в нашем городе действуют 11 официальных точек продаж пиротехники. Там есть все сертификаты, заключения о результатах проверок и другие необходимые документы. Для горожан в свободной продаже доступны пиротехнические средства бытового назначения, которые относятся к первому, второму и третьему классам пожароопасности. Пиротехнические изделия отпускаются только лицам старше 18 лет. Есть некоторые изделия, на которые производитель устанавливает возрастной ценз 16 лет. Вот их мы можем отпустить лицам от 16 лет. Специалисты настоятельно рекомендуют горожанам помнить о технике безопасности, не запускать крупные фейерверки во дворах и на время активизации любителей пиротехники держать закрытыми окна и форточки своих квартир. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.